Дорогие друзья, сегодня 51-я сессия Академии Будо. Мягкие техники в боевых искусствах. Мягкость – основа жизни. Мягкое порождает твердое. Если не будет мягкого, то не будет и твердого. Очень важно это понимать и сочетать техники мягкие и твердые в своей практике. Иначе можно просто высохнуть. Красный лист кленовый упал на воду. Я созерцаю круги на воде. Наблюдаю, как достигают они дальнего берега. Рождается туманом мир вещей. Рождается туманом мир энергии из тишины, из пустоты. Рождается все то, что видишь ты. Дорогие друзья, переход мягкого в твердое настолько очевиден, что мы замечаем его каждое мгновение нашей жизни. Когда мы делаем вдох, небо превращается в наше тело. Это естественное волшебство, естественное превращение. Когда возникает заблуждение, возникает зависть, обида, злоба, возникает твердость. Очень важно, чтобы твердость возникала из желания творчества, желания создать форму. Таким образом появилось искусство икебаны, музыки, искусство создания уникальных мечей, которыми любуются как произведениями искусства, а не любуются, как они рубят голову. Пусть в вашей жизни все, что из мягкого рождается в твердое, перерождается в твердое, будет произведением искусства, а не гуру. Это очень важно. Ну, сегодня мы поговорим о Вадурю и о техниках школы Уке. Ваня-сан. Благодаря мастеру Отсука Хиранори в школе Вадурю мы можем использовать и практиковать формы Якусокоу Кумите. И одна из форм, четвертая форма, содержит в себе интересные очень элементы, которые позволяют нам увидеть, как работает мягкость. Мягкость мы сравниваем с водой. Да? Вода – это идеал мягкости. Вода уступает, вода поддается, но затем побеждает. Да? Камень, брошенный в воду, оказывается на дне, а вода над ним. Если мы выполняем первые действия, мы наблюдаем, что мы уступаем, как вода. Если мы выполняем второе действие, мы уступаем, как вода. Собравшись с силами, мы, как вода, накатываем на берег. Эта форма лаконична и абсолютно имеет завершенную гармонику действий. Еще раз. А! А!
действий не требуется. Но в школе УКЕ, так как Геннадий Константинович Мозгов очень тесно взаимодействовал, дружил с разными мастерами, в том числе айкидо, и в 90-е годы тоже это было новаторство, все было интересно, все хотели все попробовать, и один стиль, и другой. Этот дух мне передался, и захотелось эту форму объединить с интересной техникой иримина. Школа УКЕ. Мы можем увидеть принципы разрушения равновесия и управления именно в момент, когда опора становится мягкой. Но я смотрю, сегодня много детей, поэтому давайте мы попробуем простую технику. Что такое мягкость? Если мы попробуем простой удар выполнить, нам необходимо будет уступить, как вода. Но для безопасности мы выставляем, вот мастер Нисимур очень любил вот эту технику цукаси, контроль центральной линии. Мы с вами сохраняем безопасную дистанцию, уступаем за счет движения назад, а за счет вот этой руки, тейшо, ладони, если, допустим, на вас атакует человек более крупный, напористый, вам не обязательно его сбивать атаку и с ним сражаться. Вы понимаете, что у вас сил меньше. Вы просто от него отталкиваетесь, чтобы сохранить дистанцию и свое здоровье. Попробуем. Вы начинаете отталкиваться, идет вращение, движение тай-собаки, уже стандартные техники. Просто задача попробовать почувствовать жесткость, а в ногах мягкость. Это потом. Сейчас попробуйте, пожалуйста, сделать следующее движение. Вот это движение на гасе внутрь. Когда в динамике, если человек на месте стоит, понятно. Вот сейчас шагом идет движение. То есть вы издалека, где-то на полподходе, вы подлавливаете партнера. Вот буквально пальчики открыли, ловушечку такую, как в бейсбол, да? Там ловят мяч. Вот. И дальше продолжение. Допустим, рука идет ко мне. Но я не хочу, чтобы она двигалась. Я проявляю мягкость рукой. Пусть рука движется, ноги стоят на месте, допустим, ногами я не отхожу. А вот рука, вращаясь, уводит эту руку мимо себя. Принцип нога синору. Ускользать, уворачиваться. Вот эта мягкость теперь в руке у нас, да? Да, вот так. Раз, два. И здесь я, получается, сохраняю дистанцию. Я могу достать, могу ударить. Да? В любые области, в том, дистанция позволяет. Мне позволило это мягкость. Именно вот эта мягкость руки. Если здесь мягкость ноги, жесткость руки, то здесь ноги жесткие, ручки мягкие. Прошу у вас, желающих, встать вот здесь. Встали, все желающие. Сюда встали, в окошечко вверх. Так, зрители чуть-чуть подальше туда. Приготовились, встали ровно, можете тоже пробовать, вдох, выдох. Именно мягкое движение восстанавливает систему организма, баланс, и наблюдаем, как наш организм справляется. Укоренение, во время укоренения сразу два полушария мозга начинают работать, возникает чувство неги, баланс. Буквально чувствуем, как нервная система остро работает. Много импульсов, буквально как будто ощущение искр в голове. Выдох, мягкость, ощущение неги. Медленное движение, глубокий вдох, мягкий выдох. Наблюдаем, чтобы не было дискретного движения. Вдох. Каждый микрон позиции отвечает за работоспособность того или иного нейрончика мозга. И если есть слепые зоны в нейронном поле мозга, то движение получается дерганное, рваное. И чем дольше мы практикуем тай-дзи,
тем более целостно начинает работать наша нервная система. То есть вот эта дискретность работы нервной системы уходит, и возникают очень хорошие, устойчивые нейронные связи. Мячиком толкнуть в ладонь, можно почувствовать тепло ладони, погреть лоб, погладить руку, также мягкие переходы ног. Мы чувствуем, как масса переходит то с одной ноги на другую, то обратно, толкание облака, встряхивание воды. Это тренирует киме, радуга. Баланс. В этом движении мы растягиваем лопатки, медленно перешагиваем, причесывание гривы, погладить воду, взять кувшин, перенести, взять мячик с полочки, толкнуть в ладонь, погреть лоб, мягкие переходы. Чувствуем, как каждая мышца работает и передают мышцы эту инициативу с одной части тела в другую. Толкание облака, встряхивание воды. Полет ласточки. Вращаются три конечности одновременно, удерживая равновесие. Разгон облаков. Поймать птицу за хвост. Баланс. Отпускать птицу. Расширить стойку, укрепить колени и бедра. Дотронуться до воды. Созерцать круги на воде. Встречать солнце. Обнимать небо. В этой позиции мы можем почувствовать, как тянется кишечник, именно внутренние органы. И сделать три вдоха. Раз, регулируя движение лимфы и крови во внутренних органах. Обнять свое теплое поле и наполнить дыхание. Раз, два, три. Сгармонизировать движение лимфы и крови в области живота, двигаясь по часовой стрелочке. Вдох, выдох. Внутренний свет, внутренняя улыбка. И старое становится молодым. Пост. Молодцы.